Что же, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить The Beast Inside. И у нас, как вы помните, в общем-то, да, мы с вами остановились на, по-моему, на 9 главе, и здесь у нас была такая загадка. В общем-то, мы, соответственно, здесь вот, в общем-то, в комнатушке, вот в этой вот, что тут хотели с вами решить. В итоге этого, естественно, ничего не получилось. Ой, будь здоров, спасибо. Так, сюда вот. I just need to place the disc in the opening, just like in the picture. Как я понял, вставляется наш вот этот вот диск, и здесь у нас получается такая вот записка. Ночью грянувшая днем обдумают, в тени скрытое свет раскроет. Так, как тебе ее прочитать? Это хороший вопрос. Давай, короче, думать дальше. У меня, конечно, есть уже некоторые, скажем так, мысли по поводу того, как ее делать. Ну, как бы разгадывать, как ее надо. Так, что у нас там по запискам? Старый полицейский отчет. Ага. Так, просто полицейский отчет. Я думаю, мы, наверное, сейчас всю вот эту серию будем решать вот эту вот загадку, знаете, просто. Так, как мне тебя закрыть? Можно? Нет? Спасибо. Разрешили закрыть, а? Любезные люди. Так. Так, 1864 АД. Так, я как бы тебя вертеть могу, нет? Так, а где у нас тут А? Да, там было. 1864, значит, у нас вот так вот, вот сюда это еще А нужно. Ага, лады. Так, сейчас еще одна загадка. Это уже, я думаю, надо будет записывать. Прям так вот буквально записывать. То есть смотри, у нас 1773 плюс С. 1823 плюс М. 14.10 плюс М, 13.07 плюс Д, 17.90.91 плюс Т и 964 плюс И. Так, сейчас тоже давай смотреть. Так, как оно тут, это все это самое? Так. Еще раз. Так, ну я же вот это вот ничего твердить-то не могу. Как вы мне это предлагаете сделать? Прошу я. Прошу его с прощения, игра. Ну вот, я вот только вот эту вот штуку могу вертеть. Вот эту вот, которая. И, собственно говоря, и вот это вот, и все. Так, а тебе это отковырять как-то обратно можно, нет? Я уже знаю, на самом деле, да, ответ на эту загадку, я это, конечно, не отрицаю, но
Я понять хочу, как бы, как она решается. Так, 1773, да? А, во, понятно, как она решается. То есть нужен, короче, чтобы вот эти вот цифры, она соответствовала букве. Да, все понятно. Значит, у нас первая цифра, это первая буква, это Е. Так, это у нас Е. Что у нас там дальше? 18, 23М. 18, 23, видишь, вот я тоже вижу. 18, 23 и М. Значит, М у нас вот здесь вот. Так, господи, вот. Так, 18, 23. ЭГ. Это у нас, значит, Г будет. Дальше у нас N и 14,10. Но N у нас тут недалеко. N 14,10. Это у нас, значит, будет O. Следующее у нас D. И что там? 13,07. Эго И. Эгоизм, может, какой-нибудь? Или там эгоист? 17,91 и Т. Вот. Вот почему тут такое неудобное управление? А, господи, кто его сделал? Кто его придумал вообще? 17,91. 91 же, да? 91. С. Значит. И давай последнее, собственно говоря, по отборам, да? Так, Э, Г, О, И, С. Bingo. That was well эгоизм. Вот поэтому не нужно делать такие вот именно пароли, то есть которые как бы именно конкретно из одного слова, как-то это я всегда считал довольно странным. Так, ну я думаю, тебе сюда надо поставить. О! Открыть дверь в дом, вот так вот просто хочешь сказать? Здрасте. Угу. Я чуть-чуть вздрогнул, надо признать. Все-таки. Глава 10. Мужчина в маске. Я знал, кто он такой. Понял, когда он снова пришел мне на помощь. Это мой отец. Когда детектив умер, он превратился в ледяного призрака, который меня чуть не убил. Холод пронзил мои руки и лицо. Сосульки устремились к моему сердцу. Но отец, спрятанный под маской и цилиндром, вновь спас меня. Он появляется и исчезает, словно призрак. Значит, он мертв, как все остальные. Как он умудряется защищать меня из могилы? Не понимая, почему, не узнал его сразу по одежде и цилиндру. Но он отравлял мое существование, пока был жив. Зачем он помогает мне сейчас? Мне больше, чем больше я знаю, тем меньше понимаю.
Так, наконец-таки у нас начинается хоррор, собственно говоря, не эти головоломки. Для гениев вообще просто каких-то, которые непонятно на самом деле вообще зачем нужны в хоррор-игре. Но тут у нас хоть чуть-чуть будет сейчас страшно. Father, why is he protecting me? What is he trying to tell me? What the hell? Здесь кто-то есть. Он прошел за мной в шахту. Надеюсь, я смогу от него скрыться. Эта шахта – настоящий лабиринт, в котором легко заблудиться. Как только выберусь, зайду к Марии. Она сказала, что живет в лачуге у реки недалеко от болота. What secret of the hides? What did we hide? It creeped out at night. But what? And where? I don't get it. What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman. Especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. Давай мы сейчас сначала отсюда выберемся, потом будем думать, что мы будем делать дальше, окей? А? Окей, как тебе такая идея? А то это вот, когда я отсюда выберусь, все такое, ля-ля-ля, тополя. Так, еще масло. Что-то как-то многовато очень масло дают. Большая кокодрила в воде плавает, похоже, да? It's happening again. I can hear someone who's not here. It must be the woman who wrote to the detective, Maria. Так, ну тут нужна явно лодка, как бы, как я лично вижу. Я, конечно, могу попробовать. Да, тут можно перейти. Конечно, странный это, конечно, этот товарищ у нас какой-то тоже. Сам говорит, что типа не нужно лезть в воду, и сам такой спокойно, окей, как без проблем. Вот мы тут вообще когда пользовались спичками, мне интересно, а? У нас вон 64 штуки, офигеть. Я их сейчас зажигал, по-моему, только в первый раз, когда у меня не было фонаря. Когда есть фонарь, у нас уже 30 керосина к нему. Спички нам тоже вообще не нужны. То есть как бы вот совсем. I should stay away. I'm only safe on land. Так, вон там лодка есть. Да. Пол лодки мы нашли, короче. Я надеюсь, меня сейчас не укусят. А как, прости меня? А как я тебя ее отвлеку?
Неплохие такие русалки-то, да? Так, надо ее как-то отвлечь, да? Как это сделать? Вопрос. Вопрос тогда следующий, как это сделать? А, во! Во, понятно, как это сделать. Камешком просто бросить. Да не так бросить, господи. Знаете, там по... По макушке. Вот так вот. Есть, неужели? Так, да возьми ты, господи, спички. Когда на самом деле пофигу на них. Так-то, если честно. Вот они не могли бы вот эту заставку вот здесь вот пустить где-нибудь, а? Потому что там у меня были спички, и я их, как бы, грубо говоря, пропустил вот именно сейчас. Ой, здравствуйте, вы кто такая? А вы куда пропали, мадам? Э? Звуки меня уже не пугают. Опа! Вот так вот мы можем. Так, что тут есть? Нам туда, да, похоже? Да что с тобой в этой воде-то происходит, а? Так, что-то как-то это все подозрительно очень, не? Врезалась? Так, она, по-моему, пробила все-таки, да? Уйо! Здрасте, вот это было. Так неожиданно чуть, конечно, должен признать. Не, за вот этого персонажа реально игра хотя бы старается как-то напугать. Это, конечно, похвально. Правда, у нее это получается, вот как бы со мной лично только вот один раз за все эти серии, да?
Так, тут тоже эти. Ой, не, не успею, ой, не успею. Да, не успел. Не успел. Тут я пройти, к сожалению. Да, а как с ними, простите меня? Как бы, а как вот с ними? Может, конечно, еще из этого подстрелить можно как-нибудь? Не знаю. Да сейчас так попробуем. Мне, конечно, я думаю, вряд ли этот есть револьвер. Ну, сейчас попробовать. Нет, отлично. Есть. О, это было так напряжненько, довольно. Так, что мне сюда, что ли? Еще один керосинчик. Так, тихо, сейчас главное не упасть. Вот и русалок-то сколько, а? Ты глянь. Но вроде мы их прошли все-таки. А здесь мне куда идти? А здесь вот мне куда идти, реально? Я сейчас вот вообще не вижу. То есть у меня вот либо там сначала, ну как, впереди меня эти камыши, и там что-то там еще слева должно быть. По идее, налево так-то, да? Нужно мне идти здесь именно. Но я, если честно, реально вот не знаю. Так, масло, да, я думаю, забьем, наверное, на него. Все равно его у нас так много. Вообще нормально. Вообще нормально. Русалки пока что это, на самом деле, здесь вот самые такие эти раздражающие мобы. Даже, по-моему, более раздражающими, чем призраки, которые у нас в этом в отеле были. Так, вот там вот что-то вижу, да? Так, что-то вижу вон там, вон. Нам сюда, похоже, надо было.
Так, подвал. Опять русалки, да? Now I can lower the bridge. Как? Прости меня, как ты можешь его опустить? Так, окей, у нас есть рукоятка, да? А, вот сюда вот ее. Оно... Вот, опять же, почему я это все именно сам должен крутить? Опять же, вот кто-нибудь знает, нет? Я вот, если честно, нет. А, он тут то еще на время, ничего себе. То есть вот так вот аж проходить надо по-быстренькому, да? Пройди через болото к дому Марии. А, то есть через болото мы еще пока что не прошли, да? Отличные новости, ребят. Отличные новости. Так, тут что-то какая-то церквушка, похоже, да? Ох! Как же тут все неудобно реально сделано вот в плане управления. Как же тут все неудобно сделано. Так, я надеюсь, это ее задержит. Да блин! Тут вот сейчас тоже непонятно, что делать, реально. Вот реально, вот вообще непонятно, то есть... Нет, тут, по-моему, все. То есть, если у тебя сразу, не знаю, не получилось там схватиться, то это все, это сразу чекпоинт. Короче, понятно, игра пугать не умеет. От слова вообще. То есть, не знаю, там просто вот эти все банальные скримеры в ней. Конечно, есть, но...
Вот почему ты в тележку запрыгнуть не можешь, а? Так, вроде прошли. Фу, нормально. Здрасте. Кто живет тут? В Житяну кто-то живет. Здрасте. Ты тут как? Мы с тобой уже, я знаю, там много раз встречались. Но ты тут как? А, ты мне то есть дорогу хочешь показывать, да, теперь? Ну, хоть на этом спасибо. Это, правда, вообще абсолютно не страшно, но... Все-таки хоть кто-то тут за меня... Так, мне, как я понимаю, нужно по фонарям идти, да? Так, домик. Домик — это хорошо. No one has lived here for years. The woman claims she knew our family's dark secret. I have no idea what the hell she meant, but maybe there's something left. Some records, anything. I'll search the place while I'm here. Я думаю, мы этим с тобой будем в следующей части уже заниматься. Так что, ребят, такие дела. Всем спасибо за то, что смотрели. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте. Добавляйте видео избранное, все это очень сильно помогает каналу развиваться. Всем, как всегда, большое-большое за все это спасибо. И всем на этом до свидания. Всем на этом, ребят, пока.